17 лет назад указом президента 8 июня был отмечен в российском календаре праздников как День социального работника. Основная задача представителей этой сферы – оказание социальной помощи нуждающимся категориям граждан, к которым относятся пенсионеры, малообеспеченные семьи, инвалиды и люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию. И сегодняшний праздник – это повод сказать добрые слова лучшим представителям одной из самых гуманных профессий. На сегодняшний день в системе социальной защиты населения Белореченского района работают 670 сотрудников, услугами которых пользуются почти 78 тысяч человек. Накануне праздника в зале районной администрации чествовали лучших из них. Вам огромное спасибо за то дело, которому вы служите, и за тот труд, который вы выполняете ежедневно. Сил вам, здоровья! Делайте все в своих коллективах, чуточку находите время расслабляться, чтобы профессионально не выгореть. Тяжелая у нас работа, потому что это работа с людьми, это действительно так. Будьте здоровы, будьте счастливы и будьте достойны нашей отрасли. Цветы и поздравления получили сотрудники комплексного центра социального обслуживания населения, реабилитационного центра, дома-интерната для престарелых и инвалидов, централизованной бухгалтерии, учреждений социального обслуживания, Нижневеденеевского психоневрологического интерната, центра организации питания учреждений социальной защиты населения, социальной реабилитационного центра для несовершеннолетних и центра занятости населения. Сам праздник большинство сотрудников социальной сферы встречали на рабочих местах, потому что их помощь ежедневно необходима тысячам белореченцев. Я, конечно, редко обращаюсь в защиту, но, конечно, бывают такие случаи. Вот, например, для получения билетов на автотранспорт. Очень хорошая девочка, вот сидит, которая выдает путевки. Ну вот как она обращается к людям, ставит на очередь, вот я не знаю даже, как ее фамилия, но вот всегда заходит вот этот второй кабинет, просто даже мимо идешь, и она всегда направит, куда надо и куда что. Не первый раз уже обращаемся в данное заведение. Коллектив здесь исполнительный, хороший, всегда идут навстречу, если что, помогают. Поздравляем соцработников с профессиональным праздником, желаю продвижения по службе и всего самого наилучшего. Пособия и выплаты, субсидии и компенсация, адресно-материальная помощь, надомное и стационарное обслуживание пожилых граждан, инвалидов, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – все это составляющие ежедневного труда сотрудников социальной сферы. Только в этом году специалистами управления по различным вопросам предоставления мер социальной поддержки обратились более 35 тысяч белореченцев. Мы посчитали, с 2011 года за последние 6 лет только по управлению соцзащиты добавилось 6 огромных государственных услуг. Да. Связано это и с детьми, и с материнским капиталом, с выплатой на третьего или последующих детей и так далее. То есть это большая персональная индивидуальная работа каждого специалиста. А штаты наши только сокращаются постепенно. Хорошая, слаженная работа сотрудников социальной сферы во многом заслуга руководителя управления соцзащиты населения в Белореченском районе Риммы Николаевны Леоновой. Это награда всем нашим работникам. Спасибо большое. Огромное количество полномочий, огромное количество услуг. Все сегодня на тебе, на себя тянет социальная защита. Делает это с честью, делает это доблестно, правильно. Я очень хочу пожелать им сегодняшний праздник огромного здоровья, терпения и как можно больше радости на лицах. Вера Савельева, Сергей Чернецов, Илья Никитенко. События и люди.